И здравствуйте, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Данил, и сегодня мы начнем прохождение игрушки Сома. Это игрушка от создателей Пенумбры и от создателей первой Амнезии, то есть компании Frictional Games. Собственно, мы сейчас проходим первую Амнезию, ну и начнем проходить Сому. По идее, игрушка у нас основана на той же механике взаимодействия, ну, в общем, очень похожа на Амнезию. Но сеттинг совершенно другой. Ну ладно, не будем разглагольствовать. И давайте, наверное, все же начнем. Так, новая игра. Так. Реальность — это то, что не исчезает, когда мы перестаем об этом думать. Филипп Дик. Are you okay, Simon? I think you're bleeding. Oh, that's nothing. It's just my brain can't stop bleeding from the accident. Here, take this. No, that's for later, for the scan. It's green. Ashley, I need to tell you something. Simon, please don't make this weird. No, it's not like that. Why now? Who's David Munchie? Why is there never enough time? For what? Какого? Ну, видимо, произошла авария. Да, капитан снова с нами. Так, спокойно. Всего лишь кошмар. Чё там? Yeah, I'm up. Hi, Simon Jarrett? Yeah, that's me. My name is David Munchie. We spoke earlier. The brain scan. I remember. Are you all right? Yeah. Yeah, just a bad dream. Are we still on for today? Yeah, that's why I'm calling. I wanted to remind you to drink the tracer fluid I sent you. It'll help me capture a better image of the damages. Don't worry, I got it somewhere. Okay, great. Well, I'll see you in a couple of hours then. Okay, see you soon. Так, значит, нам нужно сделать какие-то снимки, видимо, типа что-то МРТ, наверное, или рентгена, не знаю. И нужно выпить маркер. Так, что у нас там? Where did I put the tracer fluid? Куда же я положил маркер? Да хер тебя знает. Что там? Давай разбрасывать предметы. Че скрипит так? Come on, radioactive tracer fluid. Where are you? Да ща найдем, не ссы, что ты там буянишь. Холодильничек. I'm fast food. Should buy something healthier on my way home. Эй, ну что ты молоко-то бросаешь? Положил. Ну хотя бы так. Может, пожрем что-нибудь, я не знаю. Вращать можно. Что-то не вращается. Ну ладно. Потом пожрем. Так, а что у нас? Really should drink the tracer fluid before I go see Dr. Это выход. А что такое? Pan pizza. А, это как раз таки. Бумажка из пиццерии. Джинсы разбросаны. Свинотина. В принципе, как я прям. Так, карта разума. Альберт Айзинг. Ой, подожди. Айзексон. О. Так, труд по анатомии человеческого мозга, положительно отмеченный критиками за доступность и содержание. В нем подробно описаны функции головного мозга и наше восприятие сознания. Узнайте, как ваш мозг зависит от тепла и почему его нельзя сравнивать с компьютером, а также множество других увлекательных фактов. В это издание включены две совершенно новых главы о развитии мозга и его влиянии на наше поведение на разных этапах жизни. Thank you.
Понятненько. Умные книжки читает парень. Опа, фотик. Давай разобьем. Смотри, какой крепкий, а. Ладно, ладно. Положи на место. Так, что там? Так, какие-то волны. Что там 7.12. Понятненько. Так, что там? Скорее поправляйте. С любовью, мама. Миленько. Так, что там у нас? Еще что-то лежит. Так, молодая женщина погибла в автокатастрофе в центре города. Пятница, 10 апреля 2015 года. Торонто. Вчера на перекрестке Блур Стрит и Спадина Роуд водитель внедорожника проехал на красный свет и врезался в другую машину. Как выяснилось позже, его отвлекли находящиеся в машине дети. Все трое отделались ушибами, второй машине повезло меньше. Внедорожник ударил со стороны пассажира, и 23-летняя Эшли Холл получила травмы, несовместимые с жизнью. Она захлебнулась кровью в легких еще до прибытия скорой помощи. Водитель, друг погибшей, 26-летний Саймон Джаред, выжил, но получил сильные увечья и, предположительно, необратимые повреждения мозга. Водитель внедорожника, чье имя не раскрывается полиции, уверяет, что случившийся несчастный случай, и избежать аварии было нельзя. Видимо, это был не просто сон. И действительно, наша подруга погибла. А у нас теперь с башкой не все в порядке. Че там? Мир кино, главный журнал о кинематографе, летние блокбастеры, японская анимация, пик славы, трюки против компьютерной графики. Что такое бутылочное кино? Мощная дача 2, безупречное исполнение. На экранах с 13 декабря. Миленько. Так, что еще есть? Объектив. Либо фотограф, что ли, ну, или увлекается фотографией. Так, что у нас здесь? Так, от кого? Дэвид Мун, 60, нейрографии, 30 апреля 2015 года. Спасибо вам еще раз на согласие участвовать в нашем исследовании. Сканирование будет проведено в лаборатории РАСЕ в Торонто. Или РАСЕ, не знаю. Но поскольку мы не сможем влиять на их расписание, заранее предсказать время сеанса трудно. Я попробую назначить сеанс сканирования на субботу. И свяжусь с вами, когда время будет подтверждено. Искренне ваш, Дэвид Мунши. Так, доктор Эрик Пик, новый рецепт. Так, я рада слышать, что головная боль мучает вас реже. Последние анализы показывают, что ваш мозг постепенно восстанавливается, но по-прежнему трудно сказать наверняка, когда он справится с травмой полностью. Кровотечение будет продолжаться как минимум несколько ближайших месяцев, и вам нужно будет периодически являться в больницу на осушение полости, чтобы не создавать избыточное внутричерепное давление. Поскольку продолжительный стресс может привести к смерти, я выписал вам прозазин, чтобы проще было справиться с кошмарами. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по применению и следуйте ей. Постарайтесь как можно больше отдыхать. До встречи на следующей неделе. Искренне ваш, доктор Эрин Пик. Так, Дэвид Мун... Подожди. Нет, вот, Джесси Гримуар, выходной в своду. Привет, Джесси, поскольку ты, наверное, уже... Forgot to hit send. Does it matter? I already told him about it. Привет, Джесси, поскольку ты, наверное, уже забыл, я напомню, что завтра иду к доктору. То есть, меня на работе... А, это он писал, видимо. Меня не будет. Это значит, что тебе надо будет прибыть пораньше, чтобы открыть магазин. И распакуй, пожалуйста, те коробки за прилавком, хватит на них спотыкаться. Вообще, знаешь, книги продаются гораздо лучше, если их поставить на полке, где люди их видят. Удачи, она тебе понадобится. Саймон. Подожди-ка. Ой, не то. Давай отправим, чё. Better late than never. Ну да, лучше поздно, чем никогда. Так, чё там ещё есть? Робин МакКоннелл. Странный ш... А это, видимо, магазин какой-то, что ли? Ладно. Так, это что у нас тут? Фотография ног. Это какой-то, видимо... А, это вот в лаборатории.
Так, это вот, видимо, была эта подруга его. Фотка моря. Так, ну вроде что там. Прикольненько. Так, ну чем наш друг задрот. Точнее, друг, наш герой. Открой окошко. Светло, смотри на улицу, прикольно. Так, где нахрен маркер? Нету. И здесь нету. Так, куда же идем маркер-то? Может, это здесь лежит? Чё там? Hey, Simon, it's Jesse. You working this weekend or what? I knew there was something you were doing. Was it this weekend or next? Anywho, just shoot me a mail or something. Love you, miss you, mean it. End of messages. I swear, that guy has the memory of a goldfish. Well, I got the email off. He must have caught up by now. Ну, будем надеяться, что читает почту. Так куда нахрен я дел этот маркер? There it is. А, вот он. Так, чё, давай бухать. Ну, вздрогнули. Feels like milk, but the taste, it's like sucking on a penny. Так. Ну чё, идём к доку? Jesse. Hey, Simon. I got your email. Just wanted to wish you good luck and let you know I got you covered. Thanks. I should be able to come to the store after this scan. Don't sweat it. I got Matt and Chris help me out. Maddie from SNL? Guess you didn't hear. He's coming in full time, working the comic section. That's Ashley's job. Yeah. Well, I know. Forget it. Not doing her any favors by leaving an empty spot. Not like she's coming back. Well, good luck. Hope they find a way to reverse the whole, you know, dying thing. Dying thing? You're the worst support ever. Подбодрил просто по-бодрски. I'll see you later, Jesse. Don't burn the place down while I'm gone. Over and out, buddy. Говорит, ну пусть там девочка с твоим умиранием. Мужик, ты чё там? Напился, что ли? Hello? Dr. Munchie? Where is everyone? I thought this place would be busy. Красивенько тут у вас. Давайте немного света запустим. А то это самое. Красиво, блин. Так, стульчик. Чтоб не мешался. Так, что там? This is the place, right? Must be. Так, Дэвид Мунче. Let's just call Munchie real quick. Great. Got his phone turned off. Джимутак, it's okay. I can figure this out. Приходи, приходи, а сам, короче, такой. Так, что там в компьютере у нас? Так, Дэвид Мунче, просканировать. Пол, ты где? У нас есть несколько часов. Саймон Джаред у меня. Надо делать сканирование. Я видел твой ноутбук у стойки администратора. Ты уже здесь? Срочно позвони мне.
Так, привет, Поу. Я поговорил с РСЕ насчет того, чтобы воспользоваться лабораторией на этой неделе. Мне удалось забронировать сканер на завтрашнее утро и в пятницу. Не так много, конечно, но еще нам разрешили использовать под офис пустую стойку администратора. Так мы сможем запускать модели на их компьютерах. А если вдруг у них в расписании появится окно, сможем тут же получить доступ к сканеру. Я подумал, что можно прогнать завтра кое-какие тесты, например, отсканировать друг друга, чтобы опробовать оборудование. По идее, это не так сложно. А в пятницу, я надеюсь, доктор Эрин Пик уже пришлет кого-нибудь. У нее есть пациент, недавно попавший в аварию, это интересно. Это, видимо, правда, подожди-ка, это что-то не дочитал. Дэвид Мунши так отправлялся заперто. В лаборатории сегодня было окно. К сожалению, никто не сказал нам о том, что код доступа изменился. Я позвонил в охрану, даже поговорил с профессором Вэем, чтобы он вступился за наш проект, и меня наконец соединили с какой-то шишкой из юридического отдела РСЕ, которая смогла заново дать нам допуск в лабораторию. Мне запрещено указывать код в почте и смс, так что я оставлю где-нибудь записку с этим на тот случай, если мы его забудем. Так, где-то есть записка с паролем. Будем шариться по шкафам. Так. Че там? Пробы и ошибки. Уберите скальпель, мозг может вылечиться сам. Мозг обладает потрясающей способностью к трансформации и пластичностью, позволяющей ему компенсировать последствия травмы и даже залечивать их, объясняет Пол Берг, аспирант-нейробиолог Йоркского университета в Торонто. Именно это качество мозга и надеются использовать Берг и его коллега Дэвид Мунши, изучающий кибернетику. Главное – заставить мозг делать то, что нужно. Мы надеемся добиться этого простыми методами – тренировками, терапией и курсом приема слабых лекарств. Но Мунши и Берг не пытаются найти панацею, и главная цель – найти оптимальный подход к каждому пациенту. Лечение они начинают с обследования больного и составления так называемой нейрограммы Накадзимы. Это как картина, на которой указано направление, объясняет Мунши. В отличие от статической томограммы, нейрограмма может показать направление развития мозга. Так. Речь, конечно, идет не о долгосрочном прогнозе, а о нескольких ближайших миллисекундах. Но, создав правильную компьютерную модель, Берг и Мунши могут испробовать на ней разные виды лечения, не рискуя нанести вред мозгу. «Мы можем сымитировать передозировку болеутоляющих во время марафона», — говорит Берг. «Это просто компьютерная модель. Мы можем позволить себе сотню неудач в лечении, но 101-й способ будет верным. И это оптимальное решение, найденное при работе над симуляцией. Можно будет использовать в лечении настоящего пациента. Их проект пока что находится на ранней стадии, но он уже привлек к себе внимание лаборатории РСЕ, руководство которой пообещало выделить исследователям оборудование и рабочее место. Получить такую поддержку – большая удача», – говорит Берг. «Теперь нам остается лишь перейти от разговоров к настоящей работе». Умные ребята, слушай, придумали. Так, что там? Че там? 2501, да? Обведено. Ну, пойдем попробуем. Сейчас ящички задвинем. Что у нас плохого не думали. Так, 2501. Ну-ка. 2501. Ну да. Так, мы больше ничего не забыли. Чё? Картина какая-то. Подожди-ка, тут что? О боже, клоун. Ненавижу клоунов. Так, биометрия. Что, убежать, нажмите LT. Бежим. Эй, есть кто живой? Так, ну все, тут все на коленке собирают. Прикольненько, ладно, пойдем искать. Полагаю, нам сюда.
Эй, ну. Эй, здорово, слышь. Oh, hi. Didn't hear you come in. Simon Jarrett, right? Dr. Munchie. Встретить не мог, well, it's just Mr. Munchie, but I'm working on it. Actually, you're helping me right now. Is this part of your thesis work? Yeah. It's a study I'm doing with my colleague Paul Berg. We hope to design a gentle way to work with brain reconstruction to help people like you. Oh, did you take the tracer fluid? Yes. Yes, I did. Great. Well, we can start whenever you're ready. Так. Что там? Компьютер потыкаем что-нибудь. Ладно, не будем. Я слышу. So, what exactly are we doing? We're going to do a scan of your brain. Then we build a computer model of it and bombard it with stimuli. The program will help us to quickly iterate your treatment plan until it's fully optimized. In short, develop the perfect treatment for your condition. So it's not just a study. This will actually help me. I should hope so. Otherwise, this would be a huge waste of time. Блин, ну идея классная, кстати, прям, симулировать лечение и потом выбрать подходящее. Чё, ладно, давай пробовать. Чё там? Чё тянуть-то кота за хвост? Воу. Чё такое? Типа виртуальная реальность. All right, let me just get this out of the way. You are Simon Jarrett, correct? Ну, с утра был, да. Toronto, Canada, Munchie. Born 1988, July 16th. Right. Flat neurograph, version 6. Good. All files in order. Will this hurt? It's just a scan. It'll hurt about as much as getting your picture taken. Indians thought cameras would steal their souls. Is that so? Well, let's hope they're wrong. Ready? No. Say cheese. Cheese. Что-то пошло не так, видимо. Иначе это была бы неинтересная игра. What happened? Какого? Hello? Mr. Munchie? Did something go wrong? This isn't funny. Базаришь, вообще не смешно. I'm not supposed to put myself in. Я ничего не видел. This is kind of stressing me out. Не открывается. Hey! Anyone? Видимо, нужно Воу. The hell is this place? How did I get here? Ну, это явно не та комната, куда мы заходили. Какого хрена? Это железяки какие-то. Ну, это тоже какой-то не особо приятный на вид. Не открывается. Так, вот этот тулбокс какой-то. Так, служебная консоль. Чтобы получить доступ, ставьте Omni инструмент. А где нахрен возьму его? Это скафандры какие-то. Так, ну, дверьку мы открыли.
вопрос, какого хрена происходит? Так, здесь мы не пройдем. Замочек висит. Еще где мы находимся, слышу, мы как вообще оказались здесь? Меня что, усыпили, короче, вырезали мне органы. Ну ладно, или хотя бы почку. А я теперь такой хожу здесь и думаю. Воу, воу. Это жижа черная. Вы что, нашли нефть? Вроде нет. Помни инструменты, так полагаю. Так, туалет. Эй, ну. Понятно. Зеркало разбили демоны. Так, а чё у нас? It's working better than expected. They're having a really hard time getting the doors open. Call Permaseal as many as you can, rather not take any chances. Roger. Did you cut off the factory floor? All done. Should keep most of them out. I'm on my way to lock off the comm center. Just make sure to leave a way out of here. Trust me, I'll get you the data safe and sound. We just need to make sure we leave enough power running so we don't have to return. I hear that. See you back at camp. How did I do that? Вот и мне интересно. В общем, люди здесь от кого-то прятались и блокировали двери, чтобы никто не вошел. Там кто-то ходит. Что-то я не хочу туда идти. Эй, ну все хорош. Yeah.
странные штуки. Эй, спокойно там. Так, удержите РБ и наклоняйтесь влево-вправо. Уйти, уйти. Прикольненько. Здесь разворотили. Тут дверца открылась. Так, ну не знаете, давайте на этом закончим. Ну и баня, что-то как-то жутковато стало. В общем, непонятно, что произошло. Мы вроде только сканировали мозг, а тут бах, оказались в какой-то то ли лаборатории, то ли в какой-то базе странной. И, в общем, нихера непонятно пока. Но думаю, дальше будет гораздо яснее. Ну, я надеюсь на это, по крайней мере. Ладно, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Твиттер, на группу ВКонтакте. А на этом все, с вами был Даниил, всего хорошего.